Трагедией могла завершиться и игра подростков в детском оздоровительном лагере «Строитель». В сеть попал видеоролик, на котором несколько человек целенаправленно перекрывали друг другу доступ кислорода. Чтобы разобраться в ситуации, на место выехали специалисты отдела по делам несовершеннолетних регионального управления МВД и представители Следственного комитета. Участниками инцидента оказались трое отдыхающих 2007 и 2009 годов рождения. В ходе беседы с подростками установлено, что, просмотрев подобный ролик в сети интернет, они решили попробовать применить друг к другу удушающие приемы и ощутить на себе последствия от них. Подростки подтвердили, что их никто не заставлял и не принуждал это делать. Проверку также проводят сотрудники прокуратуры региона. Специалисты устанавливают, был ли причинен вред здоровью и есть ли в случившемся вина родителей. По данному факту в областном следственном управлении Следственного комитета возбуждено уголовное дело.